Тропа у нас повзрослела, и мы выпускаем ее на вольное бегание здесь. Сейчас здесь, ага, моем. Ира у нас все убирает после. Как Мамай прошел, да, Ира? Как Мамай прошел. Все, сейчас, Даночка, сейчас пойдем. Хорошо, и тряпочки привезли, да, тетя? Да, работа кипит. Девчонки тоже молодцы. Волонтерят, волонтеры помогают. Ведь каждый день приходят и самоотверженно, не бросая вот этих животных в частном приюте, продолжают помогать. Потому что сейчас, конечно же, на улице снегопады, надо чистить. Дел очень много. Так, Чернушкин, иди выходи оттуда. Иди выходи, не хулиганьте. Не приставайте. Чего пристаете?